В королевстве, полном счастья и радости, жили король с королевой. Они мечтали только об одном, чтобы у них родился ребенок. Когда они уже потеряли всякую надежду, у них родилась дочь. Она была очень милой и красивой. По этому случаю был устроен большой праздник, и во дворец было приглашено множество гостей, среди которых были и добрые волшебницы. Им был оказан самый теплый, самый радушный прием. Но король с королевой допустили большую ошибку, они забыли пригласить еще одну волшебницу. Она уже много лет не покидала свою башню, и все думали, что она давно умерла. Когда настало время дарить подарки принцессе, феи щедро наградили ее красотой, добрым сердцем, умом, прекрасным голосом, умением танцевать и играть на различных музыкальных инструментах. Когда очередь дошла до последней волшебницы, в зал неожиданно вошла злая фея, которую забыли позвать на праздник. Для нее тут же принесли столовые приборы, но она посчитала, что ее встретили не так почтительно, как следовало бы. Отодвинув от себя кубок и тарелку, она пробормотала какое-то заклинание. Колдунья пожелала, чтобы в день своего 16-летия принцесса уколола себе руку веретеном и от этого умерла. Королева горько заплакала, услышав пожелание злой волшебницы, а король приказал схватить ведьму. Но она уже исчезла со зловещим смехом. К счастью, последняя из фей еще не успела произнести свое пожелание принцессе. Она не могла отменить заклятие, но пообещала, что девочка не умрет, а только заснет глубоким сном до тех пор, пока ее не разбудит поцелуй любви. Король немедленно приказал уничтожить все веретена в королевстве. И вот наступил день 16-летия принцессы, день, о котором говорила злая фея. Принцесса выросла красивой и доброй девочкой. Король приказал трем волшебницам присматривать за ней. Феи охраняли ее как зеницу ока. В этот день король и королева заперли девочку в комнате, чтобы предотвратить ужасное событие. Но принцесса не хотела сидеть в заперти. Вдруг в стене ее комнаты появилась дверь, которую девочка никогда не видела. Она услышала странные звуки за дверью. Сгорая от любопытства и не зная, что ее ждет, девочка вошла в нее. Дверь вела в темную комнату, в которой сидела какая-то женщина спиной к принцессе. Она пряла. Девочка никогда в своей жизни не видела веретено. Ей стало любопытно. Принцесса подошла к веретену, дотронулась до него, уколола палец и упала в непробудный сон. А той женщиной оказалась злая фея, которая очень обрадовалась, что ее заклинание сбылось. Теперь все называли принцессу спящей красавицей. Узнав о несчастье, добрая волшебница решила погрузить в сон короля и королеву и все королевство до пробуждения девочки. Вскоре вокруг замка выросли такие непроходимые заросли деревьев и колючих кустарников, что никто не мог пробраться сквозь такую чащу. Спустя 100 лет прекрасный принц из другого королевства отправился на охоту. Увидев издали башни заброшенного замка, он вспомнил старую историю про спящую красавицу, которую ему рассказывали родители. И принц решил попасть внутрь. Он с трудом прокладывал себе путь сквозь непроходимые заросли деревьев и колючих кустарников. Но в конце концов принц подошел к воротам заброшенного замка. Он обошел весь замок и заглянул в тронную залу. Там принц увидел спящих короля с королевой. Затем в одной из комнат он заметил спящую красавицу, она спала на кровати, украшенной цветами. Принц подошел к кровати, посмотрел на прекрасную принцессу и почувствовал, как любовь наполняет его сердце. Он не сдержался и поцеловал спящую красавицу. И в этот момент она открыла глаза и увидела прекрасного принца. Король и королева также проснулись, как и все королевство. Они были вне себя от радости. И в честь жениха и невесты тут же была устроена самая красивая свадьба, какую только видел свет. Жили они с тех пор долго и счастливо. В одном лесу жил маленький мышонок. Он был очень трусливым и боялся даже шума ветра. Все звери в лесу смеялись над ним. И вот однажды мышонок собрал всю свою волю в кулак и отправился к королю джунглей. Лев только что закончил обедать и спокойно дремал в тени, громко храпя. Мышонок подошел к нему и стал карабкаться по хвосту вверх. Всем зверям было любопытно, что он задумал. Мышонок был очень напуган, но очень старался, чтобы никто не заметил этого.
Он забрался ко льву на спину и с важным видом предстал перед друзьями. И тут лев проснулся. Одним движением он сбросил мышонка на землю и грозно зарычал. Все остальные животные очень взволновались. Они подумали, что лев сейчас проглотит мышонка. Но вместо этого лев поинтересовался, что он делал на его спине. Собрав всю свою волю в кулак, мышонок попросил короля джунглей взять его под свою опеку, чтобы он больше ничего и никого не боялся. Потому что он был самым трусливым зверенком в лесу. А взамен он предложил свою помощь. Лев молча выслушал мышонка. Но он не мог понять, как маленькая мышь может помочь большому и сильному льву. Сначала он рассмеялся, а затем с громким ревом прогнал на лица. Мышонок мигом убежал прочь, обрадовавшись, что лев его не съест. Все остальные животные побежали вслед за ним. Прошло некоторое время. Лев проголодался и отправился на охоту. Но он не заметил ловушку, установленную охотниками, и попался в нее. Царь зверей повис в воздухе, попав в охотничью сеть. Он пытался выбраться из нее, но не смог этого сделать. А так как лев был царем джунглей, он не мог заставить себя кричать о помощи. К тому же его могли услышать охотники. Звери видели льва, но никто не осмелился подойти к нему близко. И лев решил довериться судьбе, ничего не предпринимая. Совершенно случайно поблизости оказался тот самый мышонок. Увидев царя зверей в сетях, он решил помочь ему. Мышонок вскарабкался по длинному хвосту льва и, добравшись до сетки, стал ее грызть. Спустя какое-то время возле ловушки собралась целая толпа зверей. Всем было интересно понаблюдать за происходящим. Вдруг где-то далеко послышался крик охотников. Животные очень испугались и убежали в лес. Но мышонок продолжал упорно грызть сеть. В конце концов, сеть порвалась, и лев освободился из нее. Недолго думая, мышонок забрался ему на спину, и они убежали прочь. Когда лев добрался до своей пещеры, он извинился перед мышкой. И сказал, что недооценил такого маленького зверька, решив, что от него не будет никакой пользы. И за то, что мышонок спас жизнь царю зверей, теперь ему больше не нужно ничего и никого бояться. Отныне лев берет его под свою опеку. Все звери, наблюдавшие за происходящим, дружно смеялись и аплодировали отважной мышке. С тех пор лев и мышонок стали лучшими друзьями, а в лесу навсегда воцарился мир.